Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Вкусное предложение в сети пекарен «Добропек». Вся сладкая выпечка по 20 рублей. В преддверии летних каникул курским школьникам напомнили о правилах безопасности жизнедеятельности. Мероприятие «Безопасное лето» прошло на базе учебно-методического центра по делам ГО и ЧС в Курске. Правила поведения на воде, правила обращения с огнем, безопасность на дороге, оказание первой помощи и как поступать, если ты потерялся в незнакомом месте. Основные вопросы, о которых поведали спасатели детям. Данное мероприятие стало традиционным, проводится уже не впервые. Связано это с тем, что долгие каникулы, 3 месяца, дети попадают, уезжают к родственникам, к бабушкам, к дедушкам, уезжают в загородные детские лагеря и, соответственно, попадают в обстановку, которая во многом для них новая. Новые люди, новая местность, новые риски. Проведение таких мероприятий позволяет детям в преддверии летних каникул дать какие-то дополнительные знания по обеспечению безопасности. Школьники также смогли ознакомиться с техникой, которая используется сотрудниками МЧС при несении дежурств в летний период. Детям показали мотоциклы, плавательные средства и беспилотники. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.